Подъезжаем мы сейчас, вот перекатик проходим небольшой. Вот уже видно из-за поворотика. Изба Михалыча. Обалденно там все. Сейчас вы увидите, как люди живут в лесу. Вообще классно. Я когда у них выходил, обалдел. Молодцы. Это уровень вообще уже, вообще другое отношение абсолютно. Красавцы. Так, я сейчас подъезжаю, немножко придется выключиться, потом заново включусь. Извиняюсь. Вот, причалили, сейчас все привязали. Смотрите, какая штучка. Вообще, это шедевр. Шедевр. Какой-то дракошка, не пойму. Азиатский, азиатский. Восточный. Да, восточный. На земле, на земле языческой. Восточный налим. Вот верандочка, опять тут телефон. Прямо на берегу. Телефон. А это, короче, наверное, звони, звони. С Медведевым, да? Да, да. Как связь. А, забыл я тоже. Это. Вот, речушечка, обзор на верандочке сидеть. А красотища, да? Это в тайге. Это в тайге, парни. Глубоко. Пойдемте дальше. Дальше. Четко, четко вообще. Обзорщиков, пацаны, один за одним тут. Формация их километр просто. Только. Это не знаю, что. Баня, наверное, баня. Все, замок, это баня. Да, это баня. Кто-то медведь ломал, кто-то ломал. Вот хулиганье, прикинь. Что, надо было ружьишко взять опять же? Да? Что-то такие вмятины какие-то. Да. Опасные. Блин, боюсь я уже. С этими медведями расплодилось. Нет, давай поднем. Дальше. Вот лесенка тоже. Сколько труда. Посмотрите просто. Сам объем. Чего? Да. Не надо. Конечно, что ты? Все будет так, как будет, а по-другому не будет никак. Конечно, Один нам поможет. Смотрите, смотрите, какая красота. Просто. Я должен убедиться, что вы это видите. Обалдеть. Смотрите, вот такой видон. Вот, в аккурат, красиво. Столик. Что надо мужику еще, да? Кайф. Тут полы, смотрите, обалдеть. Сколько работы. Санек, молодец. Это кого? Как они так прикалываются вообще? Молодцы. Тоже объем вообще бешеный. Люди тут вот швабрышки этой метелочкой притерлись. Ой, секс-картина. Вот. Ну, светлая избушечка. Все тоже так. Четвером потолок. Больше неудобно. На пол кидать не будешь. Хозяйская. Да, ухоженная. Нет, здесь что, здесь люди вообще следят капитально, молодцы. Печуга такая. Серьезная. Какой? Лохматый. Так. Ну, надеюсь, вам все видно. Вот я как бы стараюсь. Насколько тут позволяет свет. Замечательно, вон картинка, лодочка. Я убью тебя, лодочник. Ну, ладно, пойдемте на улицу. Классно, классно. Тут вообще вот просто, если честно говоря, вот так вот выходишь из избушки, посмотреть вокруг, сосновый бор. Просто парк. Парк. С холмами. Иди гуляй куда хочешь. Ладно. Как бы мы вам все показали. Вот это отсюда с избушки получается. Где гальон? А вот. Вот-вот. Туалет, все есть. И вот тут с избухи. Как все видать? Тоже речечку видать. Вот эта беседка с дракошкой там. А это, короче, рогатка. Рогатка какая-то. Не знаю для чего. Это по осени листва спадает. И что? Они туда жгуты привязывают. И, короче, пузырями стреляется.
Ты че, Саня? Я просто поеду какой-то казан. Да, казанчик какой-то старый, чугунный. Так, ладно. Давайте будем. Ждите следующего обзора. Обзорчики будут. Хочу показать, что мы вот едем после последнего посещения избы Михалыча. Едем еще не зря и в Ваповке. На Ваповку мы не будем заезжать, там все тоже обалденно, но там надо отдельный обзор делать, он долго времени займет. Поэтому, как бы, я думаю, мы проедем дальше. У нас еще свои дела, не можем мы как бы столько наскидывать информации. Много времени. Может, на обратном пути что получится. Так что вот так, продолжаем. Всем удачи. Оставляйте комментарии.